Ребята, я ничего не хочу. Первый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Этот был самый борзый. И четыре за секунду. Наносите, ну, штуки три удара. Перемещение. Перемещение. Бьете, 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 бьете. Это обзор Кубатана К2 Маршал, который мне прислали из магазина Кубатан Клуб. Что это за Кубатан? Я считаю, что это практически идеальный Кубатан для самообороны. Почему? Кубатан металлический. Раз. Тонкий. Два. Имеет как бы заостренный конец, но в то же время не заостренный, гладкий. То есть он проходит любую сертификацию как не оружие. Он имеет рифление. Это самое крупное рифление, которое я видел на Кубатанах. Это рифление позволяет очень хорошо держать в руке. Он не выскальзывает. Понимаете, вот он лежит у меня в руке. Получается, это выемки под пальцы. Максимально плотный хват. Он черный. В руке его не видно. То есть он работает как оружие. В то же время, с этой стороны он тоже плоский. При ударах удобно накладывать палец. Дальше. Металл. Металл есть металл. Конечно, хороши кубатаны деревянные, но, ребята, все-таки металл – это металл. Покрытие очень хорошее. Если у вас надежное кольцо, как хотите, так и работаете. Можно одеть кольцо на палец, и вся вот эта работа будет хороша. Можно кубатаном работать именно в системе хлестов, то есть практически работа как с нунчаками. При достаточном умении, повторюсь, можно работать на вот эти тычковые удары. Очень удобно лежит в руке, упирается в руку, позволяет бить тычковый удар. То есть, ребята, еще раз повторюсь, Кубатан К2 Маршал. Практически идеальный брелок для самообороны, который не является оружием. Ну и небольшой секрет, по сведениям из определенных кругов, именно этот Кубатан берут воздушные маршалы для самообороны. Если вам необходимо иметь оружие для самообороны, которое не оружие, Кубатан К2 Маршал. Это был я, Игорь Шишко. Посмотрите, у меня на канале есть видео, как работать с Кубатаном. Смотрите, учитесь, думайте о своей безопасности.